В Мозыре микроавтобус Volkswagen сгорел за несколько минут прямо на глазах у хозяина. Инцидент произошел накануне недалеко от городского рынка. По словам очевидцев, сперва дым пошел из моторного отсека. Водитель попытался ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя, но пламя перекинулось в салон. Как только водитель открыл двери, внутри все заполыхало огнем. Сразу несколько человек с огнетушителями пытались погасить пламя, но безрезультатно. Спасатели прибыли на вызов достаточно быстро, но огонь к этому времени уже успел изрядно повредить автомобиль.